Отлично. Застой, он не знает. Давай, давай, давай. Ну быстрее, быстрее, перезарядка, давай, я прямо ему в красную штуку. Все, все, стой пока, стой, не трогай, пока момента. Увидел это? У тебя шанс Т-32. Только у меня он очень низкий, и мне пулять в этот пистолет? Все, прячься за трупом. Да я прячусь. Хреновую вещь. Блин, ну придурок же, зашел и спит, а? Еще за нас этот третий уровень остался, АМХ-38, ну просто. Все, тихо. Нет, пошел в жопу. Все, и Т-32 убил. Я не могу. Почему? Все, у меня патрон долго переезжается. Блин, надо было патрон на него. Придурок, ну что за придурки у нас? Да, какой ММХ? Блин, один спит, другой ММХ. Мама. Когда я играю в танки, я... Ну, отлично. Ну, супер. Второй раз подряд играют уёбищные придурки. Мне уже пофиг на мат, у нас 18+. И никто не забанит. Ну, блин, ну народ. Давай еще один. Еще. Вот почему иногда я не играю часто в танки, иначе моя нервная система. Так, да я, знаешь, за кого поиграю? Ой, я, кстати, давно не играл за этого. ПТ-шку, хотя не ПТ-шка. О, а давай я за этого поиграю. Так, готов. Быстрый, легкий танк. Отстойный. Да, по сравнению с тяжелыми танками АМХ-50-100, конечно, его тонкий корпус. Кстати, если мы... Тихо. Да я вот этого никогда... И почему меня берут наравне с Левой? Почему я выше ИС-3? Почему я выше Т-34? Нет, Т-34 я выше, потому что он, по-моему, 7-го. Не, 8-го. Не, он 8-го, вот Т-34. Но почему я его выше? Не, то, что у АМХ-50-100 бронебойность мощная и 6... Ты издеваешься? Хочешь прикол? Ну? Дэш знает его ложку. Лично? Лично? Да. Он с ним или гулял? Нет, я не знаю, они мне скинули ссылку на его прямой эфир в Ютубе. Ну и а при чем тут? На это он алло ложку или нет? Не знаю, просто он мне еще какое-то видео скинул, сайт я посмотрю, что будет. Сейчас скачу, посмотрю. Так, а где ты? Я поехал. А, вижу. Ты туманул когда-то. Блин, нормально меня, меня кто-то стрельнул и промазал. Там это был этот Т-71. Я попробую сейчас Т-71 снести, не смогу. Я сейчас отдам. А я такой еду, а там X6, там еще какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В меня прямо? А, нет. ИС-3. Не на. Ой, выпендривается. Я понимаю, что вам кажется, что вы бронебойные танки, вы офигительные, но. Нет. Так. Так, я смотри, у нас тут проблемка. У нас тут ИС-3. А у нас ИС-6, ИС-3, КВ-5. Я тут КВ-5. Сблизи, конечно, танк хреновый. ИС-3 в тело. Главное не высовывай. А, не верь. Да, на, проезжай, проезжай, проезжай. Не буду тебе мешать. Они к тебе, ну, к вашему боку. Твою ж! Хумель! Хумель. Тварь, рта достала, да? Блин, как же он... Моя ли? Просто взял, достал, а? Офигеть. Вообще. Так, я тогда не буду лезть, если там хумель сделал. Да какой там лезть? Там он не хумель поддерживает. Который, блин, точно не умеет стрелять. Весь. Так, да я сюда пойду. Так, так он... Так, тихо-тихо-тихо, главное, в воду не окунуться. Ой-ой-ой-ой, он поворачивает. Тихо. Ааа, всё, хумель выстрелил, у нас есть несколько секунд. Там ГВ-5 ещё. Да пофиг. А, это он ты хумель. А, чувака или это. Это арта такая, называется хумель. А, я такой хумель, я такой так. Да я думаю, ты так сказал. Хорошо. Офигенно. Мне нам едет ИС-3. С какого? Сзади, у вас под задницей.
Молодец. О, X6. Ни хана. Я сейчас сдохну. Нет, я. Не прямо в задницу. Я живой, фух. Давай, держи их там. Да я держу, как могу. Если X6 поедет, я тогда завалю. У нас просто все тяжи сгруппировали. Тебя же не убили, да? Нет, не убили. А, поэтому ты смотришь видео. Интересно, интересно. Так, у меня тут S3 приехал, что ты не сказал мне? Как я тебе скажу? Нет, 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 блин, какого фига они приехали? Ты 71 убей, ты 71 убей. Вон свет. Ааа, крутится. Гера. И что ты мне сделаешь? Я тебя... Нет, тебе хана, прощай, Гера. Спасибо, что сказал. Прощай, Гера. Куда он упал? Вот смотрите, нашим подписчикам был урок. Что нельзя делать, когда вы играете в танк? Это смотреть видео. Да, нельзя смотреть видео, но Гера этого не знал. Так, подожди, я могу убить его. О, чудо! Слава богу, я его завалил. Я не смотрел видео. А что ты там ржал? Да, это Дэш. Бля, ну все, мне хана. А, ты еще... Блин. Насмотрелся своего видео, а? Тварь. Гера. А типа проиграешь за меня, ой, да, не знаешь. Блин, ты бы тогда всем бы начал писать. Помощь, помогите, кто-нибудь посмотрел бы туда, начал бы тебе помогать, ну я не знаю, ну хоть что-то бы начал делать, а ты начал тупо всех игнорировать и смотреть видео. Давай. Понимаешь, это не игра. Это игра. Это не игра, это хрена смотрение видео во время игры. 12Т. В самый важный момент его не было. Не помнишь, кого он так сильно подставил? Меня. Да, представь себе, тебя, да. Давай, заходи. Да, заходи, все. Че, все? Я сказал три, мне хватило на три игры. Четвертый, два, я тебя не подвезу, не подвезу. Да. Мне не надо водить. Может, я на ПТшке попробую? Давай, ПТшку будешь мне прикрывать, тогда будет все нормально. Так, а что у меня с этим, с опытом? У меня с опытом... 17 тысяч. Все, у тебя с опытом. Опыта нету вообще. Игнор. 17. Так, а где у меня эти танки? Давай, загружай. Все. А, вот они. Загружай. Все, давай. Ты на ПТ? Я на ПТ. Так, это последний бой. И мы сейчас бегать. Просто я сейчас... На третьем месте. Сейчас мы еще быстрее проиграем. Если Гера на первом месте. Так, я что-то не понял. Ты чё? Чё ты за раскис? Я сейчас сделаю. Нашелся тут. Ты чё? Сделает он все. Я сейчас всё сделаю. 5 минут. Фак. Да какие 5 минуты? Ага, давай посмотрим. Давай. Давай. Жги. Бой начинается. Так. Что у нас тут? Все, давайте. Работаем. Так, все поехали на эту сторону. Я буду с кем? Кто мне тут ровесит? Ну, с Лёвой. А Лёва у нас стоит на базе. Так тебе и надо. Ха-ха! Походу он знает, кто ты такой. Я лучше тут. На базе. А. Ну, такое чувство, поиграли. Все попёрли? Мы проиграли. Да, посмотрим.
Сейчас тоже попёрлись все на эту сторону. А, да, я прав. Ты куда ты пошел? А, да, они тоже все сюда. Да, блин, ребят. Работа. Хорошенько. Еще я остановился. Давайте. Так, хорошо, хорошо. Так, так, Т-44 выбиваем. Так. Т-44, давай. И, о, два шарики. Конь, о, ну давай ты... А, убил Т-44. Тачки. Так, там а стоит. У них ИСУ-152. О, к нам ИС-3 едет. И еще ИС-3. Не имею без ИСУСа. Блин, я хотел убить его. Смотри, смотри, тут не чистим все. А, так, ну это он. Все, машинка. Почистил. О, смотри, как нет. 4-1 вообще. Тупень. Там вообще нормально? Нет. Нас на нас напали. Вайс. Ну, мы нас быстрее. Все, прерываемся. Да, это подождитесь. Так, не. Все, их много. Прорываем. Много. Все, 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 все. Мы все, мы на базе. Все. Ребят, ребят. Кто-нибудь на базу давайте. А, вот, слушай. Слушай, мой любимый. Один удар. На сорта там. Куда ты встал, а? В КВ-5. Так, одного убили. Да тут чё вы все стали? Ребят. Чё все стали? Я знаю, там убегает арта, но её догонит тут. Блин, Хумель ещё едет. Хумель? Ну, его зазавалит турка там 59, он лезет. Я иду в отступление прикрыться. Давай. Ну все, мы уже. А, его сейчас тайп, давай, тайп, тайп, давай, тайп, давай, давай, давай. Это чулю. Да, залезаем. Залезаем. Ой, мы так, это лет стоп. Втащили. Стадо. Блин, я Лев пробил, а Лев меня не пробил. Так, я не вижу. О, АТ-7, он рядом. Он может нас застрелить? Жесть, Хумель, Хумель! Там Хумель с туркой его. Какая турка? Меня Хумель не пробил! Радость. Блин, зато меня ИС-6 убил. Да вы идиоты! Ну где ты, тайп? Тайп, ты придурок что ли? Тайп, ты придурок. Тайп, я думал, ты его убьешь. Так попробуй убей его. Тайп, ты идиот. Я думал, он поехал его убивать. Бля, блин. Ах ты. Блинчик. Не свежий. Все. Да, блин, да, правда, турк. Он поехал. А, это ты. Все, все. Обязательно лай, тетя. Блин, а. Все, выиграли, ура. Ура, мы первый раз, как я и обещал, мы выиграли. Блин, угроза не сработала. Жаль. Все... Да оди! Так вот, ура! Ура! Я в прибыли, интересно. Фиг знает. Ща узнаю. Я в прибыли! Ура! А как, войной, а где ура. Ты смотришь? Ура! Ура! А где смотришь? Подробный отчет. Ура! А, ура. Блин, а всё, я не могу. Ура!
Ура, 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 ура. Так, ну, ура, ну ура, все, ура, мы ура, закончили. Ура, 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 ура. Чё, ставьте лайки. Да, ставьте лайки, комментируйте. Комментируйте, подписывайтесь на канал Дани и на и мой. И Геры, канал Германа, канал да. Мой канал, все каналы. Да, и подписывайтесь на канал Дэша. Да, самое важное, если вам нужен успех в кармане. Да, он сделает офигительный фон, шап, все что угодно. Да, все будет внизу. Да. Все, давайте, всем до свидания. Удачи.